В Домодедове состоялся круглый стол с предпринимательским сообществом по разъяснению правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Госадмтехнадзора Московской области за второй квартал 2018 года в сфере благоустройства, защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций. Во встрече приняли участие и представители из соседних муниципалитетов. Были рассмотрены вопросы, наиболее встречающиеся в законодательной практике, о возможных нарушениях и об их предотвращении. Мы как раз преследуем все цели реформы контрольно-надзорной деятельности для профилактики правонарушений, прозрачности, осуществления административных процедур и так далее. Такие совещания проходят ежеквартально. По словам специалистов Госадмтехнадзора, эти встречи вызывают заинтересованность у юридических лиц, являясь своеобразным ликбезом в вопросах соблюдения закона.